Привет, я Полад, вы на канале Полад Арт. Сегодня мы будем смотреть натюрморт, и в нашей программе участвует Мурад Мурадиньо. Всем привет, и мне тоже сегодня интересно посмотреть, как Полад нарисует натюрморт. Да, вы смотрели прошлое видео, где я рисовал натюрморт. Сегодня я тоже буду рисовать натюрморт, но сегодня я буду рисовать целую корзину фруктов. И очень важно в натюрморте смотреть, откуда попадает свет и где находится тень. Давайте начнем. Сперва мы рисуем контур карандашом. Да, начнем. Как мы видим, находится, ну, там книжки, в общем, вот так, так. Да, вот так. Здесь находится ручка. Вот. Видишь, как круто получается, да, Мурат? Ну да. Очень похоже. Вот так держим ручку, вот так, напоминаю. То есть карандаш. Вот так. Так вам будет намного удобнее. Не бойтесь делать ошибки, я вам это уже говорю еще раз. Потому что ошибки, на них мы учимся, это не страшно. Ее можно стереть с масляной краской, ну не стереть, а перерисовать, да. А если рисуете с карандашом, то можно просто стереть. И все. Рисуется вот так. А ну и... Ну, видишь, немножко просто когда мизинчик лишь так получается, но все равно красиво. Да, красиво выходит. Да. Красота. Еще я здесь написала книги. Там тоже есть книги. Это более так бы красиво выглядеть. Как декор. Помните, я делал декор? Это так, то же самое, как декор. Чтобы... Так, помните, когда я делал декор? Так, очень было красиво. Мне очень понравился. Мы закончили уже рисовать контур. Мы уже поставили краски на палитру. И у нас участвует желтый цвет. Красный цвет, белый цвет, темно-синий цвет, оранжевый цвет, зеленый цвет, салатовый цвет, коричневый цвет и фиолетовый цвет. Сейчас мы будем рисовать яблоко. Сейчас мы берем желтый, вот сейчас давайте каплю возьмем на отбелителя. Берем желтый и рисуем яблоко. У нас немножко оно бывает желтым. Вот тут нарисую. Я обожаю рисовать. Обожаю. Прям уже художник. Да. Ну, я тоже буду великим художником. Делаем желтый вот так. Ну, а потом возьмем красный. Рисуем. Веселее и веселее. Зеленого. Я рисую надо в рушу. Так, у нас там. Вот там у нас попадает светло, вот здесь у нас светло. А здесь у нас темно, потому что не попадает свет, и там получается тень. Здесь у нас светло. А здесь мы берем немножко, ну как вам сказать, немножко делаем темного. Видите, как получилось, как красиво получается. И рисуем вот эту грушу. Видите, у нас тоже находится груша. Рисуем эту грушу. Вот так. О, прям хороший цвет появился, да, ребята? Красиво. Много зеленого добавлять не надо, потому что у нас это попадает в светлую сторону. А теперь каплю зеленого.
лепота. Нравится рисовать, Мурат? Не знаю, люблю рисовать природу. Природу? А мне нравится больше рисовать натюрморт. Натюрморт я тоже рисовал, но только в детстве, когда мне было 5 лет. А я рисовал натюрморт, когда мне было... Не знаю, много раз. Все время я только рисовал натюрморт, потому что я был дома, там рисовал натюрморт. Я рисовал яблоко, мне очень понравилось, я его повесил на шкаф. Красота. Здесь можно как бы белого. Как не видишь, немножко попадает. Ребят, как я говорил, на натюрморте это очень важно, это куда попадает свет. И, ребята, не забудьте рисовать тень. Это тоже очень важно, чтобы оно выглядело очень реалистично. Откуда попадает свет? Например, свет попадает сбоку. Отсюда, вот отсюда. Если свет попадает сверху, то отсюда сверху. Вот так, ребята, вы должны сами посмотреть. И, где вы видели, откуда попадает свет, вы должны оттуда рисовать светлую сторону, белые оттенки. А где темно, уже, ну, давно рисовать темно, чтобы было реалистично. Темно-зеленый. И рисуем к нему. Вот здесь он надо. А ты любишь читать книгу? Ну, да. А какая твоя самая любимая книга? Ну, не знаю. Моя самая любимая – это «Дневник слабака». Она мне очень нравится, очень интересно, предлагаю. Реально, не пожалеете. Да, и хочешь я дам свой? Мне, кстати, я уже прочитала несколько этих чептеров. Затем мы берем коричневый цвет и рисуем верхнюю к нему. Не бойтесь делать ошибки. Мы на них учимся. Это не очень опасно. Если вы сделали ошибку, ничего страшного. Это наши учителя, мы на них учимся. Никогда не бойтесь делать ошибку. Делали ошибку, легко сможете ее убрать. Поэтому ничего бояться не надо. Вам надо бояться, если вы ничего не делаете. Это страшно. Верхнюю часть книги добавляем немножко белого, потому что туда попадает свет. Ребята. Да. Спасибо. Вытираем кисть, чтобы не испачкать белый цвет. Потому что белый цвет очень легко испачкать. Но я не хочу, чтобы у нас был светло-коричневый цвет. Нам нужен белый.
Хорошо, ма. Можно такую часть рисовать стошем, будем рисовать фон. Фон будет красного цвета. Мурат, а тебе нравится мой рисунок? Ну да, очень даже похоже. А ты хотя бы к чему-то научился? Ну да. А какая тебе часть больше всего понравилась, когда мы что рисовали? Мне больше фрукты и книжки понравились. Так аппетитно выглядит, прям хочется сразу их съесть. Очень красиво. Продолжаем. Какой твой самый любимый цвет? Ну, мой любимый цвет – это красный и электросиний. А мне нравится этот салатовый и зеленый цвет. А какой фрукт тебе нравится? Ну, я люблю персики, бананы. Да, я тоже люблю персик. Мой самый любимый летний фрукт – это персик. Но сливы я тоже люблю. Но я больше... И абрикос. Да, абрикос я тоже люблю, потому что он почти что со вкусом этого персика. Да. Вообще, все фрукты очень вкусные и полезные. Красота. Реально очень красиво, да, Мурат? Да. Мне очень нравится. Это моя самая любимая картина теперь. Не, да, это моя самая любимая. Влад, а почему ты используешь черный и коричневый цвет? Потому что, ну, даже есть такое ощущение, как будто, ну, чтобы фрукты не были прям, как будто так близко к стене, они должны как бы отдаляться. Но сделать такой цвет, чтобы они не, как тебе сказать, не были похожи на друг друга. И хорошо, и так будет более красиво видно, и как 3D, да, чтобы оно как-то было прям около нас стоит, а вот стена там далеко. Мы же не приклеили фрукты прямо к стене. Поэтому геометрия – это очень важно. Концу. Надеюсь, оно вам понравилось. Мурат, а тебе оно понравилось? Да, мне очень понравилось. Я смотрю твои ролики, мне нравятся они. Ну,
так думаю, мы сегодня очень даже хорошо поработали над рисунком. Спасибо. Ребята, тоже вы тоже больше рисуйте, берите краски, рисуйте намного больше, выходите на свежий воздух, рисуйте на натюрморт, да. Это очень важно. И не забудьте делать ошибки, это не страшно. Страшно то, что вы ничего не делаете. А если вам понравилось мое видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, поддерживайте меня и пишите много-много комментариев. Я обязательно всех прочитаю. Ну а пока, пока-пока. Всем до новых видео. Ребята, а после рисования можно и покушать персики. Это очень вкусно. Не пропадай же персиком. Вкусно.